Традиционно День России в Ленинском районе начинается со спортивных мероприятий. Легкоатлетический забег проводился в этот день уже в 10-й раз. С годами меняется его маршрут, но количество желающих пробежать по улицам города с каждым разом только увеличивается. Посмотрите, сколько детей. Детей очень много. Каждый год их больше и больше. И они вот бегут, и не сдаются, и не останавливаются. Это важно. Так что вот у нас этот праздник действительно такой всенародный. Организаторы предполагали, что в забеге примут участие 300 человек, но народу пришло больше. Это воспитанники спортивных секций района, их тренеры и жители Видного, неравнодушные к спорту. Я бегала сама по себе, вот, так, по городу, в любительских целях, вот, а сейчас решила вот, со всеми, за компанию. Каждый год проходит забег, мы участвуем, ну, здорово, классно, всей семьей собираемся, отдыхаем. Это помогает в жизни и во всем другом. Защищаем честь России, участвуем на соревнованиях и стараемся так, чтобы на международных соревнованиях поднимался флаг России. Сегодня праздник! День России! День России! Внимание! Марш! Участники забега стартовали от здания ЗАГСа, а финишировали на стадионе «Металлург», где все было готово к открытию праздничных турниров среди любительских команд – волейбольного и мини-футбольного. Этот праздник объединяет большое количество неравнодушных людей, которые любят свою страну, которые любят свою малую родину. У нас понятно, что объединяющим фактором всегда был спорт. И мы вот как раз-таки в каждом поселении нашего муниципалитета уже традиционно проводим различного рода турниры по футболу, по волейболу. Я считаю, это хорошая такая традиция. В волейбольном состязании выявляли лучшую из 8 команд, а в футбольном соревновании приняли участие 10, как из Ленинского района, так и из Москвы. Мы уже участвуем второй раз в этом мероприятии. Очень рады, что нас приглашают, потому что действительно сегодняшний день, он праздничный, День России. При участии мы решили просто поддержать турнир День России все-таки. А тренировки у нас происходят раз в неделю. Все собираемся также сборными и тренируемся. Колледж «Московия» первый матч проводил с командой администрации Ленинского района. Несмотря на то, что ребята старались, они уступили более опытным соперникам. Ближе к вечеру праздничные мероприятия продолжились около кинотеатра «Искра», где состоялся концерт с участием творческих коллективов Ленинского района. Открыл концерт оркестр русских народных инструментов под управлением Владимира Глейхмана. Музыканты исполнили всеми любимые песни о России. Я каждый год хожу сюда. Так что мне очень нравится. Мы поздравляем наш город, вообще Россию с таким праздником. Желаем процветания и всегда радовать жителей города Видное. Россия зовется наша держава. По площади первая в мире страна. В трудах и в сражениях росла ее слава. И это пример нам на все времена. Здесь же проходил турнир по шашкам и шахматам. В течение дня за звание лучшего игрока поспорили более 80 человек. Ну а народные гуляния в центре города продолжались до самого вечера. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.